И еще раз всем привет, с вами Тома. Мы продолжаем играть в стрим по Portal Knights. Я так и не понимаю, что я успеваю нажимать своими корявыми ручками, что у меня исчезает весь интерфейс с экрана. Никакую горячую клавишу я так и не нашла. Я пыталась воспроизвести все, что я нажимаю, но что-то как-то погуглить я так и не успела с прошлого стрима. Такой я, короче, фиговый игрок. Ух ты. А почему день? Ну ладно. День так день. Интересно, это из-за того, что я перезагрузилась? Забавно. Так, меня, кстати, в чате там просили дом достроить неоднократно. Наконец-то я заполнил покедекс на 100%. Поздравьте меня, это было мучительно. Поздравляю. Я, честно, пыталась в Муни заполнять покедекс, но потом что-то как-то стало сложно. Вот. Хотя да, хотелось бы заполнить тоже. Поздравляю, это реально сложно. Я понимаю, как человек, который пытался заполнять покедекс. Так, так, что мы можем... красный ковровый блок мы можем скрафтить. Деревянный блок мы можем скрафтить. А на вот этом штуке мы что можем скрафтить? Деревянный блок. А, вот. Чисто деревянный блок мы все-таки крафтить можем на обычном верстаке. Соломенный блок из кукурузы, бамбук. Ага. Ягоды. Вот для чего нужны ягоды. Вот, я хотела, собственно, спросить, дверь у вас есть? Деревянная оконная рама. Отлично. А дверь? Дверь нужны вот эти штуки. Давайте сделаем... Сколько у меня есть руды? Ням-ням-ням-ням. 14 руды у меня есть. Давайте скрафтим пару штук. Почитай мое сообщение. Читай ваше сообщение. Какой подарок ты мечтала бы на день рождения? Я даже не знаю. Что-нибудь по хозяйству скорее. Так, дверь. Два. Черт. Я отвлекаюсь и забываю, сколько мне надо. Тома тут, да. Я первый раз в чате. Поздравляю с этим. Надо переставить потом рядом с верстаком. Короче, алтарь можно отдельно поставить. Он не особо часто используется. Мне, по крайней мере, потому что я не маг. Так, окна. Ну, давайте штучки 4 сделаем. Передай привет Стрекольниковой Даше. У нас чат не для того, чтобы приветы передавать. Тома, ты хотела бы сшить наряд принцессы Селестии? Ну, даже не знаю. Мне кажется, принцесса Селестия как-то... Сложно. Мне Кейденс кажется более простым персонажем, честно говоря. Даже вот с банальной точки зрения. То, что у Селести как-то игривая, это ее развивающаяся, непонятная. Почему я не могу сюда поставить? То, что, может, мне надо вырубить еще вперед чуть-чуть? Почему мы дверь можем поставить только тут? Ну, вот она квадрат занимает. Че, работает? А, да, нормально, работает. Ну ладно, окей, работает дверь. Так. Сейчас я хотя бы начну делать. Так. Уша. Пым-пырым-пырым-пырым. А, я думаю, что тут вот так раскопать таки надо по бокам. Так. Как-то перекапываю немножко. Так, и вот в эту сторону. Вообще, дверь можно было вынести из любой башни. Че я ерундой страдаю? Грабь. Первый закон любого искателя приключений. Не сам копай, а грабь.
У нас тут хлопок еще расти начал. Вот. Типа того. Так, окна. Какие они по размеру? Маленькие? Вот, смотрите, раз окно. Ой, два окна. Я у мамы инженер, так. Куда ты лезешь? Ты со мной хочешь жить? Он застрял, и мы его убили. Так, отлично. Смотри, у нас есть два окна. Так. Секунду. А, вот все, нормально. Так, еще два окна давайте куда-нибудь поставим. Может, спереди дома поставить еще два окна вот так? Да что вы на меня лезете все? Надо эту поставить защитный знак возле дома. Ай-яй-яй. Спасибо за кусочек. Тома, знали, что Старлайт любит воздушных змеев? Знали, я же сериал смотрю. Поэтому знали. Давайте вот так поставим. Раз. У меня дом не совсем пропорциональный получился. И... два. Допустим, так. У меня, короче... мне кажется, вон то окно надо... вот это окно примерно напротив этого, да? А вот это окно... сколько тут? Два квадрата? Два квадрата. Давайте вот это окно чуть подвинем. На один квадрат. Вот тут мы поставим деревяшку, вот тут окно. О! Ну вообще красота. Буквально возводим стены своего замка. Кстати, вот тут можно еще одно окно вставить будет потом. Хотя и... ой. А-а-а! Кого я такой криворукий? Куда я его поставил? Хотя нет. Нет, давайте у нас будут две стены вообще без окон. Вот эти две. Я предлагаю без окон вот эти стены делать. Чтобы там спокойно стояли всякие инструменты. И нам не мешалось и не думалось. То если 100-500 окошек сделать, то и ставить некуда будет. Мимо. Так. Какой у тебя любимый цветок? Роза, наверное. Потому что они разные бывают. Вот. Все, вы довольны? Это считается за постройку дома? Давайте я доставлю. Ай-яй-яй! Подкрался незаметно, да? Так вот. Строишь дом, никому не мешаешь. Тут подходит кто-то и убивает фактически. Так, давайте вот тут тоже стенку достроим. Я прицелилась. Это, наверное, очень смешно со стороны смотрится. Надо, короче, деревьев нарубить, да достроить стены. А, все, закончилось. Дерево закончилось. Можно мне хотя бы один скрафтить?
А я что, не на верстаке? На верстаке. А, у меня вообще сырье деревянное закончилось. Понял. Понял, не дурак. Так. Можно, конечно, просто сходить и какой-нибудь другой дом разломать. Как делают все нормальные люди. Так, ладно, я вообще собиралась в этот самый, в пустыню. Занимаюсь ерундой тут всякой. Чисто деревянный блок. Тридцать два дерева. Бревна. А, вот. Прогрузилась. А чё не могло? Ерунда какая-то. А что такое красное, как слайм, только сейчас был? Это мобы. Слаймы тоже. Слизь прыгучая. Сирень или орхидея? Сирень. Лев или тигр? Я вообще по знаку зодиака лев, а в год тигра родилась, поэтому, естественно, мне нравятся оба. Понравилась тебе огненная Селесть или Nightmare Moon из сериала, да? Прикольный дизайн. Это сингл или мультиплеер? Это и сингл, и мультиплеер. Тома, какую из коллекций пони ты собираешь? Я мини-фигурки собираю. Как бы тут есть режим мультиплеера. Вот, но я пока туда не хожу, потому что я вообще нубяра. Я вот дом не могу построить, не то что там выносить каких-то серьезных монстров. Мне еще надо качать персонажа, потом только куда-то в народ идти. А то мне будет стыдно. Вот, поэтому пока мы в сингл просто играем в обычный. Но вообще мультиплеер, да, есть. Там, собственно, в главном меню две опции. Играть в сети и играть так. Смотрите, какой у меня дом получается. Прямо как дом. Так, вот тут еще давайте сделаю. И пойдем, все, в пустыню, светает. Просто ночью ходить опасно, так как ночью появляются сильные монстры, как вы понимаете, в лучших традициях Майнкрафта. Вот только я говорю, к сожалению, я так и не поняла, можно ли здесь поспать ночью. По-моему, нельзя. Потому что кровать тут есть, но на ней как-то пока не спится. Все, отлично. Ну да. Да, да, да. Только надо будет, наверное, второй дом построить. Короче, это будет мастерская. А второй дом построим. Может, переход какой-нибудь между ними сделаем. Вторую комнату. Может, тут здесь. Короче, сделать, чтобы ставить нормальную вещи. Типа там стол, стул и все такое. Давайте отправимся в пустыню. Смотрела ли я Ману? Да, смотрела. Что за музыка на паузе? Ой, я не помню. По-моему, под каким-то стримом Криса под платформерами было написано название. Кажется. Бежевый или бордовый? Боже, не знаю. Тома, почему принцесса Кейтенс любимая пони? Потому что мы с ней, я считаю, во многом похожи. Вот так вот скромненько, да? Короче, здесь мы убиваем всех направо и налево, потому что мне нужны портальные камни, чтобы открыть портал в следующий мир. Чтобы его открыть, его сначала еще найти надо. Что тоже задача нетривиальная, на самом деле. Потому что вы видели, вот в шестом мире портал был вообще в какой-то темнице в подземелье. Так, тут явно подземелье какое-то. Сейчас я местность огляжу. Вон там портал, в смысле, это самая какая-то штука. Для синглплеера же не нужен интернет. Слушайте, хороший вопрос. О, портал! Даже недалеко. Хороший вопрос, потому что, по идее, нет, но у меня игра в Стиме, и она, как бы, в принципе, всегда интернет хочет. Поэтому я не знаю. Так, мне надо буквально кого-нибудь парочку убить. Сейчас мы, короче, как
Я могу, конечно, просто спрыгнуть, надеяться, что я выживу. Вот там, где пониже. Как вы думаете, я умру или нет? Кстати, вот здесь тоже какая-то явно пальма. Так, ну что, мы крадемся потихоньку. Убиваем того чувака. А, тут еще какой-то чувак. О нет. Он еще и взрывается. Я сейчас умру. Я умер. Не успела выпить бутылку. А когда будет... А когда и на какую игру будет прямая трансляция? А вам сейчасшная прямая трансляция не нравится на эту игру? Или это для вас не игра? Есть лошадиная игра Star Stables. Игра, я прошу, боже мой, не слышала такую. Какая твоя любимая порода собак? Лайки, наверное. Будете играть с крысом в Майнкрафт? Вот вам Майнкрафт! Люди, я вот не понимаю, зачем меня спрашивать Майнкрафт, когда вот он замечательный Майнкрафт? Чем это вам хуже Майнкрафта? Так, с какой стороны был портал? Стой. Черт. Я уже потеряла портал. Это онлайн игра. А, это вот ту, которую назвали, это онлайн игра? Ну, я даже не знаю. Вот, отлично. Там даже мои пожитки лежат. Отстань, рубинчик. Кристальчик. Так. Крафтим. Отлично. Мы даже сырец один нашли. И кусок желтого портального камня. Отлично, теперь мы подкрадываемся. Я не люблю пустыни, честно. Тут, конечно, тоже гробницы классные и все такое. Поэтому, конечно же, мы еще сюда вернемся. Сыграй в нормальный майн. Вот объясните мне в чате, чем вот эта игра хуже Майнкрафта? Ну вот честно, чем? Я вот не понимаю. Так. Star Stable — это удивительная виртуальная лошадиная игра, где ты исследуешь красивый остров Юрвик на спине своего скакуна. Вместе с тысячами других игроков ты будешь находить приключения, соревнования в гонках, заботиться о лошадях в своей собственной конюшне и разгадывать тайны впечатляющей истории. Что-то как-то не знаю. Я стараюсь вообще в онлайновые игры не особо играть, потому что кучу времени отжирает, честно. Тем более, просто лошадиное, непоняшное, как-то... Как-то не знаю. Вон, видите, изумрудики здесь есть. Так. Ты плетешь браслетики из резинок. Я плела для интереса парочку, но как бы не скажу, что мне прям так... Ну да, прикольный процесс, но не фанат. Поэтому нет, не плету. Ей! Изумрудные сердцы! Я нашла вас. Сейчас, короче... А, еще смолыши надо много. Для... Сейчас будет дубль 2. Надо еще найти смолу для моего обмундирования. Это какие-то местные тумбуюмбы на меня бегут. Это местные шаманы какие-то. Чё вас двое сразу? Я пришла разграблять ваши запасы. Вы мне вообще сами не сдались ни разу. Кстати, обычно тоже надо копнуть. Мне
эта игра нравится, она похожа на Cube World. Да, похоже, Cube World тоже достаточно миленький. Возьмите факел. Вот факел, пожалуйста. Майнкрафт лучше. Чем? Чем? Вот это вот аргументация. Не, я понимаю, что это лучше, чем эта игра. А чем лучше? Вот конкретно. Я не понимаю, понимаете, вот серьезно, мне так впечатление, что люди, которым нравится вот Майнкрафт, лучше. А чем он лучше? Вот вы привыкли к нему и больше ничего и знать не хотите. Вот честно, вот впечатление такое. Это шахта? Или это просто спуск вниз? Боже. Жизнь меня к такому пока не готовила. Почему оно мне идеальный мир напоминает? Какой любимый цвет? Розово-фиолетовый. Сейчас, секунду. А, это мне еще написали, что там до пяти... Вот про ту игру онлайновую, до пятого уровня бесплатно. Понятно, короче. Так, вот так, чат. Чат, вернись. Как ты эту игру нашла? Ну как, вообще Крис мне про нее сказал, но я так понимаю, вещь уже достаточно, ну так, не то что прям совсем-совсем новая, она уже весной вышла, и в открытом доступе до этого была долго. Поэтому как бы... А! Ты... А! Ай! Подождите, не отвлекайте меня. Тут какая-то дура. Магмовая личинка. Обалдеть. Ужас какой. Вот это червячина, вы видели? Я ж испугалась. Майн просто популярнее. Я понимаю, что он популярный, но он же ничем не лучше, вот честно. Вот копаем, пожалуйста, как в Майнкрафте. Монстр ночью есть, и днем есть. Вот даже факелы, как в Майнкрафте, ставим. Даже прыгаем и копаем, как в Майнкрафте. Есть, кстати, еще похожая на эту игру, тоже синглплеерная, Dragon Quest Builders. Тоже в нее играла для себя. Вот мне очень тоже понравилось. В ней тоже... Она похожа на Майнкрафт внешне, но в ней есть связанный сюжет. Определенно. Вот. Тут тоже сюжет есть, но более такой расплывчатый. А там же конкретный сюжет, то есть с квестами, там, приди, принеси. Тут квесты тоже дают, но редко. Так, отлично, все мы тут закопали. Личинок больше на меня нападающих нету. Так, пойдемте наверх. Что за мышка идет за тобой? Это мой питомец. Где я? Кто я? Чему я? О, боже. За что мне это? Как вы думаете, если я его отсюда начну бить, он за мной придет? Лучники-читеры. Не достанешь, не достанешь. Слушайте, толстый какой, а? Местное население. Не хочу я с местными сражаться. Я пришла воровать у них изумруды, а не сражаться с ними. Можно я тут посижу? Ты играла в Roblox? Нет, не играла. Окей, мы все привыкли к Майну, некоторые вещи непривычные, непонятные, но эта игра имеет место быть. Конечно, клонов Майнкрафта очень много, просто некоторые со смыслом, а некоторые не очень. Какая твоя самая заветная мечта?
Нет, это точно не 10, не 100 миллионов тысяч подписчиков. Это какой мир? Это мир осенний. Если быть точнее... Стоп, это восьмой мир. А пятый где? Я запуталась. Сложно. Фонтан с пресной водой. Нет, это мероприятие, пардон. А как мир называется? Отряд. Ты-ты-ты. Во, вот. Сады Арсона. Вот называется. Восьмой уровень. Здесь вот кто водится, кого мы видели. Вот какая руда. Короче, когда будет миров много, чтобы не запутаться, где что растет, можно, короче, вот этими штуками пользоваться. Сейчас мы тут за ресурсами чисто пришли. Какая у тебя любимая книга в детстве была? Руслан и Людмила у меня любимая книга в детстве была. Дерево. Там вот мышь летучая висит. А-а-а. Можно я вас обойду, дяденька? А, не можно. Я есть пришел с миром. Нет, ну, конечно, вряд ли он сильнее, чем вот тот огромный монстр, который стоял. Да я, в принципе... А, не хочу свалиться с края мира. А, жадность до добра не доводит. Все, короче, пойдемте в дом. Что тут еще у них интересно? Еее! Господи, боже мой! А, сам такой дурак. Слышь ты! Че на меня все выскакивают из ниоткуда? А, господи, все. Все, тут какие-то пауки ползают противные. Домой. Карету мне, карету. Какая твоя любимая шоколадка? Милка, зачем тебе этот питомец? Просто для красоты, как в любой ММО, питомцы просто для красоты. Нет, бывают, конечно, ездовые маунты, но в целом питомцы обычно просто за тобой бегают. В некоторых играх они могут тоже дамажить, но... Так. Так. Атака он Титан. А, Атака он Титан. Сыграй. Нет. Спасибо, нет. Не хочу. Да, я не знаю, о какой именно игре речь, но я в нее точно играть не хочу. Потому что мне как-то титаны не очень. Кстати, может быть, мы сделаем уже новую себе металлическую палку-копалку? Есть тут палка-копалка? Каменная кирка. А у меня сейчас какая? И у меня каменная кирка. А в чем смысл? Я такая же. Так, давайте починимся. Так, что мы можем скрафтить? Пардон. Мы можем скрафтить себе... мне надо 3 изумруда, как минимум. Ты рада, что у тебя много подписчиков? Ну, конечно же, приятно, но я бы не сказала, что это прям цель моего существования. Приятно, что мои ролики смотрят. Вот это реально приятно. То есть, по мне важно не число подписчиков, а чтобы твои ролики смотрели. То есть, как бы, взаимодействие с аудиторией и все такое. Все. У меня больше нету этих штук, чтобы крафтить. А дальше. Пу-пу-пу-пу-пу. Сколько у меня смолы? 3 смолы. А надо мне смолы 1. Штаны 2. Короче, мы можем еще 2 сета каких-нибудь скрафтить. Еще нужно будет 2 смолы найти. Шахтерский шлем, шахтерский комбинезон. Ладно, нам надо медный брусок. Тебе нравится играть в My Little Pony? Да, нравится. Чем Трикси нравится твоему мужу? Ему нравится Трикси, Твайлет и другие прочие умные единорожки, которые владеют магией. Я так понимаю, примерно так. Потому что они интеллигентные и интересные. Вот, вкратце. Всем привет, кто пришел.
Кто нравится из диснеевских принцесс? Ну, я могу сказать, что мне нравится Русалочка, Мулан, Жасмин. То есть более не классические принцессы. Хотя они все, в принципе, по-своему хороши. Так, давайте скрафтим. Так, ну, короче, куртка у меня есть, штаны. Скорость передвижения, перчатки, шанс у ворота. Давайте скрафтим штаны и треуголку. А перчатки потом подкопим еще эту самую. Чешуи 3, чешуя 1. Сколько у меня чешуек есть? Где чешуйки? 5. 3, 1, да, хватает. А, отлично. Значит, крафтим штанцы. Так, забираем штанцы и крафтим треуголку. Так, итого нам надо найти 2 смолы и 2 чешуи на перчатке. Тогда оно будет full set. Давайте поменяем шапку. Ну, шапку можно отобразить, я думаю. О! Так, и штанцы. Смотрите, мы прям этот самый, как мушкетер, фактически. Все, мне осталось только перчатки, значит, 2 смолы, 3 чешуи на нее надо. Отлично. А, дальше, я хотела сделать себе мотыгу. Так, мотыга у нас делается из... Ага, мы можем сделать. Будем обрабатывать. Сделаем таки огород себе. А, дальше, вот, мы можем сделать медную кирку. А я уже починила, да? Ну, хотя силки, ладно, они не такие редкие. Давайте сделаем медную кирку. Топор лесоруба. А, мне забрать уже некуда. А, что это? Бомба. Расходный материал. А, давайте кое-что переложим. Например. Например, мы переложим... Мало зелья маны. Нет, давайте вот... А это интересно, взрывать можно, да, что-нибудь, чем-нибудь? Ха-ха-ха. Это можно выбросить уже, на самом деле. Или разделить. А разделить, интересно, можно? Короче, надо посадить огород и высадить в огород всю эту ерундистику. Так. Так. И вот так. И вот так. О. Желтые осколки, кости, огненный дух, ингредиент. Давайте его тоже сложим в сундук. Да. Сундук. Грибы какие-то. Как можно разделить старые вещи? Разделить. Использовать. Можно выбросить. Хорошо, просто. Давайте пока тоже в сундук сложу. Я почитаю, что с ними можно делать. Со старыми вещами. Можно ли с ними что-то делать? Можно выбросить. Ну, выбросить мы всегда успеем. Яйца. Тоже редкая вещь. Целебный свиток будем пользоваться, я надеюсь. Ну, пока так. Твое первое видео было про кошек? Нет, мое видео было про косплей первое. Его давно нет на канале. Ты лепишь из полимерной глины? Увы, я очень плохо леплю, поэтому нет. У меня не получается банально. Какое твое любимое животное в реальности в Portal Knights в этой игре? Ну, животных тут мало, вон, мышка моя любимое животное в реальности кошки. Мне грустно, что ты отказалась от Star Stable. Ну, и так уже много всего, много проектов, что называется, веду. Сложно мне что-то еще добавлять. Какая твоя любимая сладость? Шоколад. Ты любишь детей? Если это хорошие дети, то да. Когда видео про игру My Little Pony? Когда там будет что снимать? Хомячки или кролики? Кролики.
У тебя есть мечта? Нет у меня мечты. Я уже в том возрасте, когда мечты уже нет. Все. Это все тлен. Так. Какое время года тебе нравится, лето или зима? Лето. Как ты полюбила пони? Есть целое видео о том, как я полюбила пони. На канале есть в подкастах. Какая твоя любимая сладость из детства? Киндер-сюрпризы. Кола или Фанта? Кола. Потрясающий вопрос. Ладно, давайте уйдем на 5-минутный буквально перерывчик, и потом все-таки я сделаю себе огород, наверное. Вот раз мы уже сделали такую модную мотыгу. Ну ладно, мотыга должна быть тут все-таки. Модную мотыгу, то мы все-таки сделаем себе сейчас вот тут рядышком огород. На краю мира, что называется, и посадим все мои семена, а то мне сложно их всех с собой таскать. Так что перерывчик буквально на 5 минуток, далеко не уходите.